Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, осьминог бесконечности. И сегодня у нас будут поэтические чтения, да. А первый сборник «Октаэзия», сегодня будут представлены стихотворения из первого моего сборника, сборник 2016 года. Вот обложечку вы можете увидеть, Александр Шадов, первый сборник, какая картина красивая, нарисована Ярославой Розановой. И сегодня мы прочитаем лучшие стихотворения из этого сборника, ну, лично, на мой взгляд, лучшие, к сожалению для вас, да, это будут лучшие стихи, на мой взгляд. Я собираюсь, кстати, провести чтение из всех своих сборников, вот, смотрите, какая картинка, там просто есть, это вот макеты верстки непосредственно, да, вот с этого PDF-файла, собственно, и печаталась сама книга, да, все вот в ней вот так вот, вот какая красота, какой осьминог бесконечности, сборник поэтических произведений, и пошли стихотворения со всякими красивыми страничками, все это мы, к сожалению, пропустим, стихи хорошие, но недостаточно, чтобы я их сегодня прочитал. Да, вот первое стихотворение, которое я читаю заслуживающим вот для сегодняшнего прочтения, друзья. Называется «Кали». Ну, поехали. В общем-то, начнем. О, могучая Кали, мы живем в Кали-юге. Мы слишком долго спали, сансара, корабль в буре. О, прекрасная Кали, вытащи наши дживы. Существовать мы устали. Круговороте паршивом. О, всесильная Кали, желай нам спокойной мокши, 60 руками, ты закрой наши очи, нас растерзала скука. Мы опустили руки, мы так хотели сукху, а получилось дукха. В круговороте томном мы потеряли разум, кармический грех не тонет, будто бы кто-то сглазил. Мы поедаем глазами порции и завидие, мы ничего не знаем, мы утопаем в обиде, мы утопаем в ошибках своей же придуманной майи. Вытащи нас отсюда. О, великая Кали, или, быть может, сами мы попытаемся выйти, о, лучезарная Кали, где же твои три нити, красная, черная, белая, нет ничего на свете, если ж тугое сплетение трех бесконечностей этих, о, всемогущая Кали, мы так больше не можем, мы от всего устали, желай нам спокойной мокши. Вот, собственно, хорошее стихотворение, оно мне нравится, оно с отсылками на индийскую философию, на индийскую религию, образ Кали, убивающий Шиву и вообще уничтожающий мир, это потрясающе, мне это нравится, это хорошо, это сильно. Следующее стихотворение, которое я хотел бы сегодня прочитать, оно очень длинное, я вообще очень люблю лаконичный стиль, но вот это вот исключение из правил, да. Стихотворение называется «Без». Вы можете увидеть уже со стороны сами, что это стихотворение основано на повторении в начале строки «без, без, 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 без» везде. Ну, поехали. Посмотрим. Беспорядочный вихрь мыслей уносит меня вечный сон. Беззаветные грезы забылись, срывая мое лицо, без каких-либо признаков жизни. Я смотрю в пустоту, без каких-либо признаков смысла, жизнь я свою веду. Без лица, но с сотней портретов, без ума, но с сотней умов, без догматов, авторитетов и без тяжких оков, беспокойно иду в никогда, пытаясь найти нигде. Безумно устал от себя, безумно устал от людей, без контроля над собственным разумом, погряз среди сотен теней. Беспокойно они шепчут разом, проявляясь в поступках тел, без попыток постигнуть истину, падаю я в никуда, без огня я ищу свой смысл, все мои мысли вода, без попыток войти в одну реку, мне не представить мир, без прогулок по тем же граблям, мне не понять, что любил, без заведомо лживых историй, неинтересно слушать, без заведомо ложных теорий, истины мне не нужно». Беспардонное, безызвестное, без монад, диад и триад, безусловное, бесконечное, вновь попадает в ад, без ума, без эмоций, без чувств, без труда и без новых идей, бесы в наших душах несутся, проявляясь в поступках тел, бесы истина наших страданий, бесы истина наших проблем, бесподобные, бесуподобные, значит, попавшие в плен, коль безумен ты, значит, бес умен, коль бесправен ты, значит, бес прав, безусловное, бесконечное, вновь попадает в ад, безответный Бог и нирвана, сансара всегда на проводе, бесконечны наши страдания, всем бесконечности поровну. Без попыток войти в одну реку, мне не представить ад. Без прогулок по тем же граблям, как же я буду рад. Без сомнения, выход есть.
Пуля в висок или творчество, бездна безбрежных словес и одиночество, тождество, бескорыстны презрение и ненависть, все остальное сомнительно, бескрайние небеса, я ищу там себе учителя, бесприятного, дружного, светлого, без любви, сострадания и блага, без заветного и несметного, без указателей, флагов, без тепла и без капельки правды, я загниваю здесь, человечество сам себе ангел, человек же сам себе бес. Бес, бес, там интересно вот написано, со скобочкой. А, вот. В общем-то, такой интересный эксперимент, на мой взгляд, заслуживающий внимания. Ну, все остальные стихотворения тоже хорошие, но листаем к чему-нибудь более интересному, к тому, что мне больше всего нравится из написанного мной. Да-да-да, это все хорошо, но из небытия тоже хороший стих, некрология, хороший стих. Продолжаем. Очень много хороших стихов в первом сборнике, пока я еще здесь буду вам рассказывать, что сборник хороший. Смотрите, какое оформление прекрасное, как странички оформлены, уникально каждая. Все это заслуживает определенного, в общем-то, внимания. Покупайте у меня сборники, я буду очень рад. Исхоженные ботинки стихотворения. Исхоженные ботинки хранят километры в памяти, а впереди горизонт, меня уводящий вдаль. Я помню, как любовался небом с горы, был маленький. Маленькими остался, выше небес не стал. Звезды на рану сыпятся, многое с ними связано. Лунное око зажмурилось, вновь улыбаясь ночью. Я продаю достояние эмоций своих и разума. Я продаю свою душу, но дьявол ее не хочет. В каждом предмете в комнате пряник и кнут сокрыты. Каждый предмет напомнит, как было когда-то прекрасно. Книги, часы, оригами, к ним привязаны нити. Жаль, их обрезали Мойры, жаль, им пришлось оборваться. Я благодарен врагам, ранившим меня в спину. Я благодарен друзьям, ранившим меня в душу. А за убийство сердца я благодарен любимым. Я благодарен миру. Пусть он меня разрушил. Да. А, интересно. Я думал, это стихотворение написано значительно раньше. Хорошее, интересное. Но его тоже читать не будем, иначе мы будем читать мои стихотворения бесконечно. А вот это стихотворение я зачитаю. До этого были более-менее такие философские стихи. А теперь юмористический. Психбольница современной поэзии. Да. Киты. А 18 дураков. Наборы слов пустых и броских. Безумный плач. Бездумный слог. Погоня за священным Бродским. И каково же нам читать стихи от овощей без чувств? Страдалец овощ. Он грустит. Но все игра. Внутри он пуст. Читатель. Сам больной со стажем. Похвалит всех больных друзей. И денег им подкинет даже, с деньгами психом веселей. Кто аутист, кто просто даун, кто проспиртован до костей. Наполеон, Стендаль, Ландау, болезней много у людей. Так все, кто болен и пал духом, теперь народные поэты. У них есть огроменный рупор, спасибо чудо интернету. От шизофазии до бреда оценит все читатель новый. Постмодернизм идет к победе. Больные люди, дай им слово. Неологизмы водопадом летят с незрелых языков. Придумать слово, вот что надо, пусть его смысл и не нов. И что же здесь увидит доктор? Больных на голову людей. Захочешь, голый будешь бегать, захочешь, голову побрей, захочешь, можешь хоть убиться или хотя бы сделать вид. Читатели же все тупицы, ведь их взволнует этот миф. И в этом цирке из уродов или больных по всем фронтам здоровым не найти свободы, им не найти свой путь к словам. Пускай же в этой психбольнице все будет гладко и прекрасно, поэтам надо подлечиться аплодисментами, их маски просты и не казисты вовсе. Но только им не говорите наборы слов пустых и броских, пускай воспринимает зритель. Пускай потоки шизофазии любой больной найдет свой смысл. Рандомно выставленных истин. Плетут по миру паутину, банальность и болезнь слились. Болезнь становится рутиной, и психбольницей станет жизнь. Ну вот такая вот критика современной поэзии в стихах, написанная в 2016 году. Очень, кстати, мне нравится, интересное стихотворение. Очень неплохое. А я не дам вам прочитать все это, не дам. Только когда купите сборник, сможете прочитать эти стихи, да. Я жадный, я сегодня очень жадный, да.
Так, с какой стихотворение-то еще прочитать? Алтарь, алтарь, на днюху мою написано. Ага. Кем быть? Уже я, кстати, читал самые первые видео у меня на Ютубе, там как раз прочитано это стихотворение, очень рекомендую, хорошее. Океан. А его мы прочитаем как раз. Я стою на воде в океане, где нет никаких людей. В океаническом храме жизнь подобна воде. Космос плывет по небу. Также расплылся закат. Нет здесь ни правых, ни левых, только одна вода. Нет здесь назойливых споров о том, чья же лучше страна. Нет поучений, укоров, только воды тишина. Нет здесь теистов, деистов и атеистов тем более. Нет здесь навязанных истин, нет догматичности школы. Нет криков больных училок, преподавательской спеси. Есть только воздуха сила и никакой агрессии. Нет бесконечных бумажек, работы в серьезной маске и начальников стражей, только водные сказки, которые шепчет тихо полотно водной глади. Без человеческих криков я пребываю в нирване. Два солнца идут по кругу, потом миллиарды звезд. Все в отражении друг друга, а в нас бесконечность солнц. Небо с водой отражают взаимность своей синевы и темноту печали, сладостность пустоты. Нет суеты людской, нет никаких проблем. И не страшна мне скорбь, и не сломит меня тлен. Без криков и сотен правил я пребываю в нирване. Люди хуже отравы, я стою один в океане. Да, хорошее стихотворение. Оно именно как раз практическое. Это практическая философия, как передать свои эмоции, свои чувства, именно такие вот уникальные, с помощью стихотворений какую-то практику провести. Еще одно юмористическое сейчас прочитаем. Диме ем собаку. Дима, привет. Дима, ты любишь, когда тебя не палю, но сегодня не тот день. Димон, говорю, все наладится. Мы станем большими людьми и доживем до старости в достатке и свете любви. Мы свергнем Стефани и Арчетов с их иллюзорных тронов, а многое было начато не ради пустых эпигонов. Мы победим безмыслие и глупость в нашей стране, сражаясь лишь ради истины на этой нелепой войне. Мы не сдадимся, дружище. Пусть всем на нас наплевать, давай подниматься выше и не сдаваться, брат. Родина наша во мраке, ложные идолы правят, каждый из нас лишь сталкер. Наши стихи как сплавы, прочность и мощь металла. Тают от нашего слога и по рукам стекают прямо на лист багровый. Температура крови выше, чем в центре взрыва. И не сгорим мы двое. Мы победим всех, Дима. Встав на могучие руки, качая массивы планеты, мы умираем со скуки, как и другие поэты. Наши стихи щиты от бесконечной грязи, не пропадут труды, если ты с кем-то связан. Все хорошо, Дмитрий. Бывало, конечно, и лучше. Нам с тобой хватит прыти. Пусть нам талант сослужит. Хватит терпеть усмешки от тех, кто глядит нам во след. Они ведь всего-то пешки. Мы короли, наш бойс-бенд. Все по местам расставит. Главное не унывать. В душе мы люди и стали. Мы сами творим свой ад. Россия, конечно, тюрьма. Мы все рождены в неволе. Нужно сражаться, брат. Бежать к иллюзорной свободе, плевать, что свободы нет, Эдем создается внутри. И даже на самом дне можно найти пути. Димон, говорю, все наладится. А если нет, а если не будет? Димон, говорю, все будет. А если не будет, и что? Сыграем, как будто мы люди, в погоне за чьей-то мечтой. Простите, кстати, что я иногда, в общем-то, запинаюсь. Ну, просто я свои стихи перечитываю очень-очень редко. Очень редко. И наизусть их, конечно, не учу. Я считаю унизителя учить чужие стихи, во-первых, наизусть, а свои уж тем более, не бессмысленно. Моя жизнь. Моя жизнь. Стихотворение «Моя жизнь», да. Философская и юмористическая одновременно. Моя жизнь. Переход от Гегеля к Гёте. Я презираю глупость работы. День за днем, день за днем, день за днем. Я пишу роман за романом, поэму за диалогом, стих за стихом, философский трактат за трактатом. Это так провожу я теракты в своей и твоей голове. Моя жизнь.
Переход от Ницше к Стильпону, от Человека-паука к доктору Осьминогу, от Шерлока Холмса к Сильвестру Сталлоне, от Сальвадора Дали к его эротичным усам. Моя жизнь. Переход со станции Садовой на станцию, сделанную из моих забот. Здесь все мечты, что я скинул за борт, но осталась одна лишь мечта — достучаться до ваших голов, разбудить в каждом гидру Ларнейскую, наконец-то снять про это кино, про людей, заглянувших в бездну, про людей, обуздавших ноль. Про людей, перешедших от страха к пониманию, пускай лишь сквозь боль. Моя жизнь — переход от Аристипа к мыслителю Лао, постигшему вечное Дао. Дао мое орет, не крикнув на деле ни слова, груз на плечах невесомый. В одной руке все, а в другой ничто, ничтожит, ничтожит живущих в моей пустоте, пустующий в точке пространства, пустующий в вечном уме. Моя жизнь — переход от борьбы к созерцанию мира, который я не излечу, от Канта к Боке с повидлом, от Пенгаура к Пикачу, от Гёте остались лишь ноты в моем фрактальном уме. Закончились переходы, один я остался во тьме, смешались вселенские образы, создав мешанину знаков. Они то вместе, то порознь, от Диогена к собакам, от Фалеса к Фалосу Фрейда, от Кларка Кента ко мне. Моя жизнь — переход вселенной, бесконечность идей. Слившись в мыслевороте, свернувшихся в сфера умы, здесь Пикачу и Гёте, здесь Шопенгауэр и Кун, здесь Парменид и Лао, здесь Человек-паук. Тесно мне как-то стало, но я не утону. День за днем, день за днем, день за днем. Я пишу роман за романом, я пишу стих за стихом, и мне все кажется мало. Фух. Тяжелое для прочтения стихотворение, кстати, временами, потому что там надо учитывать, причем, некоторые игры со словами, слогами, и это не всегда, в общем, я могу с первого раза прочесть, к сожалению. Но стихотворение, на мой взгляд, прекрасное и очень соотносится с моим сегодняшним состоянием и настроением. Творцам советую всем прочитать, но я быстро пролистал, чтобы вы не увидели. Медиа-мутерация — это с конкурса. Я победил с этим стихотворением, так. Битое зеркало. Нет, это не то зеркало, которое бы хотел увидеть. Осточертело. Действительно, осточертело, но тоже нет. Мастер без слов. О, квадрата, это финал. Это финал, это жесткий стих. Мы не будем тоже его читать. Вы его сможете прочитать, когда, в общем-то, купите книжку. Я рос, хорошее стихотворение, но его читать я тоже не буду сегодня. Ага. Я ищу зеркало. Сохранение зеркала, вот. Это стихотворение должно было сегодня здесь прозвучать. Я все-таки должен его когда-то прочитать. Но я считаю его одним из самых лучших моих стихотворений. Оно как раз относится с практической философией и поэзией, вот, которую я, в общем-то, исповедую. Вот антология. Антология зеркала, по сути. Зеркало. Я зеркало. Для всех приличных, скромных, для всех униженных, забитых, не таких. Я зеркало. Для тех, кто жил в оковах, не зная выходов и выводов других. Я зеркало для всех двуличных, гордых, для всех высокомерных и глухих. Я зеркало для грубиянов модных, я зеркало для добрых и плохих. Я отражаю свет и тьму народа, я отражаю ваше небытие, я отражаю красоту уродов, уродство красоты живет во мне. Я отражаю вашу добродетель, я отражаю ваши 7 грехов. Ах, эти зеркала, они как дети, все норовят чужим стать двойником. Ни бог, ни человек, ни зверь, ни дьявол, я зеркало во всей своей красе, я вынужден играть по ряду правил, но отразить хотелось бы их все. Спасибо мне не скажут на работе и не оценят мой двуличный труд. Лишь зеркало, стоящее напротив, в рекурсии раскроет мою суть. Подобно карме я даю смотрящим, что сами они дарят всем другим. Зачем же быть реальным, настоящим? Уж лучше быть искусственно плохим. Так много отражений, мне все мало. Я никогда не буду ими сыт. Я бог, я человек, я зверь, я дьявол. Я все, что я сумею отразить. Отлично. Малая родина, кстати, давайте тоже прочтем. А, стихотворение про родину. Да, вы знаете, там я люблю родину, родина, родина, как я обожаю, страна моя, там, не знаю, Сталин. Ух, нет, не об этом стихотворение. Стихотворение «Малая родина». Одно из немногих моих стихотворений, написанных на политическую тему. Вообще-то, это редкость. Давайте же прочитаем. На севере обезвоженном, холодом, снегом, дождем, земли лежат необхожены. Мы здесь чего-то ждем. Годность и бедность, голод и бедность — правила, а олигархи — закон. Добиться могли бы немалого, но русские не ставят на кон.
Лучше уж малая родина, чем большая тюрьма. Многое было пройдено, только вот жаль не туда. Ругаясь на Запад треклятый, уже 3 столетия подряд мы не знаем лучше занятия, чем у него воровать. Культуру, науку и мысль, искусство и ремесло, а после, гавкая снизу, его называем мы злом. Не восхвалять, делать лучше, вот что надо уметь. Мне мало 6-й чаще суши, в уме широта, не в земле, на севере обезвоженном, возможен цветущий рай. Самим подниматься сложно нам, иначе никак. Создай. Создай новый мир на руинах, в которых ты был рожден. Голодный, босой, наивный, но все же не побежден. Зима нас покрыла саваном, манит, как звук струны. Дорога к гниющему западу из вечно гнилой страны. Но я не стремлюсь куда-то, меня не спугнуть зимой. Я возведу рибаты, построю здесь, я здесь рай свой. Возделаю земли пустые, плугом своих идей. В холоде не остыну, буду только теплей. На севере, обезвоженном, может возникнуть мир. И будет здесь все, как положено, если воспрянем мы. Фу. Катренизмы. Да, зачитаем парочку катренизмов. Так, так, где хороший, где самый лучший, где мой любимый? Так. Это все хорошо, хорошо, но есть мой любимый. Мой любимый катренизм для завершения нашего, в общем-то, нашей встречи небольшой. Ага. Сейчас. Че, его здесь нет? Фу, серьезно. А он в следующем выпуске, на самом деле. Ладно, давайте прочитаем другой катренизм. Несовершенен Гёте, несовершенен Ницше, несовершенен Плотин, и даже те, кто выше. Мы все несовершенны, а совершенство маска, несовершенство сила. Оно всегда прекрасно. Ну, допустим, так. Блин, а где? Где он? Где мой любимый катренизм? Черт возьми, как он мог потеряться? Ладно. Она крутилась в разных позах и изгибалась будто трос, но только вот от этой йоги покой в пропорциях не рос. Ничего больше не могу вам сказать, потому что мой любимый катренизм оказывается в другом выпуске. Я в шоке, честно говоря. Ладно. Жаль. Ну, в общем, вот содержание стихотворений. 129, даже больше, 136 страниц стихов, октоэзия, первый выпуск. Покупайте. 8-кратно с вами прощаюсь и желаю понимания.